обращаемся к правительству Соединенных Штатов Америки и просим, чтобы они не верили господину Бекетаеву. Господин Бекетаев говорит, что в Казахстане нет политических заключенных. Также наши власти говорят, что нет казахов в Синьцзяне, в лагерях перевоспитания. То есть это есть самая наглая ложь. В связи с этим мы, граждане Казахстана, просим, чтобы в рабочую группу по политическим заключенным вошли Бахыджан Туригожина, Елена Семенова, правозащитная инициатива «Кахарман», правозащитное движение 405, Евгений Жовтис. Мы этим людям доверяем. Мы хотим, чтобы максимально ясные и прозрачные были переговоры по политическим заключенным. Спасибо. Меня зовут Сабитов Айбек. Я неоднократно был задержан сотрудниками полиции. И все мои суды проходили на территории ФКВЗ. И эти суды всегда были в ночное время. И мне не давали, чтобы присутствовали свидетели и запрещали вести видеосъемку. Меня судили за 5 минут. Мне огласили мой приговор. 10 суток меня сажали и на 15 суток. Я нашему правительству не доверяю. И в связи с тем, что приезжают американские представители, я хочу, чтобы вот эти вот люди, Бахыджан Туригожина, Елена Семенова, Евгений Жовтис и также правозащитная организация 405 и Кахарман включили в список. Спасибо.